Я ще вор, Володя. Это было. Вернешься раньше. Не ладишь с тренером. Это правда. Дойдем до руководства. Но решим это дело. Саша! Это наш футбол. Команда мечты. Надо лететь. Оттуда прямо в Минск. Играем не в полном составе. И куда это ты собрался? Все в порядке? Ты не можешь лететь на матч «Динамо Минск». Невероятно. Я с вами. Неподражаемо. Они были больше, чем футболисты. Они были героями своего времени. Эта история заставила плакать миллионы сердец. И даже спустя 40 лет трудно удержать слезы. Смотрите, помните. Это про них. Пахтакор, 79.